Пить коктейль ему можно, он не отравится? Сейчас. Тут невозможно не снимать. Так, уже пишем, да? А вот так начинается наше утро. Вот так начинается наше утро. Привет! Все, отняли у тебя. Так, вот с планшета иди сюда. Ой, к нам пришла киска. Киска к нам пришла позавтракать. Мы вчера гуляли. Поэтому сегодня я что делала? Правильно отсыпалась. Да. Я себя плохо вела. Плохо вчера себя вела. Чашечкой, булочкой, чашечкой, булочкой. Вы же видели, с чего началась неделя, правильно? Доброе утро! С вами Анна Мур. И сегодня мы поговорим на тему принятия решений. Решения могут быть различные. Но сегодня я хочу обсудить такую тему, как решение нулевой важности. Спросите вы, что такое решение нулевой важности? Это такие решения, от которых, в принципе, ничего не изменится. Такие решения, как надеть мне сегодня розовую блузку или зеленую блузку, взять ли мне чаек или кофеек. От этого ничего не изменится глобально в вашей жизни, но именно на эти решения мы тратим максимальное количество времени, сил и энергии. Да-да, именно энергии. Что предлагаю сделать, чтобы освободить свою жизнь для веселья и позитива, чтобы все эти решения принимались гораздо проще? Предлагаю это все доверить судьбе. Есть такой момент, когда вы подкидываете монетку и решаете таким образом, но монетка у вас есть не всегда, а часы или ваши телефончики, гаджеты есть у нас всегда под рукой. Поэтому, если вам нужно решить, какую из блузок сегодня вы наденете, розовую или голубую, вы в голове думаете о том, что если это будет четное число, допустим, это голубая блузка, если нечетное число, это будет розовая блузка. Смотрим на часы, или на телефончик, или на будильник, и принимаем решение. Если оказывается таким образом, что четное, да, а я что-то хотела именно розовую блузку, значит, мы понимаем, что решение, которое нам подсказал этот способ, неверное, и мы всегда даем себе шанс передумать. Но передумываем мы один раз. Мы не начинаем дальше заниматься тем же самым и еще раз думать, переодеваться или какие-то другие махинации произойти. Все, либо одно, либо другое. В 3 минуты решили, монеткой, часами, чем угодно. И пошли в день с хорошим настроением. Доброе утро! С добрым утром!